Больше 3 миллионов анализов. Именно столько исследований ежегодно проводят челябинские специалисты лабораторной диагностики. В профессиональный праздник сотрудники рассказали о той работе, которая незаметна пациенту. С помощью микроскопа и анализаторов лаборанты могут не только определить гемоглобин и лейкоциты в крови, но и помогают врачам в диагностике сложнейших заболеваний, в том числе раковых. То, что вижу я здесь внутри глазами на стекле, вот, через цифровую камеру изображение передается сюда на монитор. Я его сфотографировала, видите, вот хромосомки. И с помощью программы, с помощью моих глаз, вот я вот таким образом раскладываю хромосомы и анализирую. Также невидимые алхимики рассказали, как правильно готовить бактерии, и показали кухню, где происходит процесс размножения патогенов. Благодаря выращенным образцам диагносты могут определить возбудителя болезни от стафилококка до переносчика дизентерии. В качестве среды используют любимую микробами кровь, но не человеческую, а баранью. Таким вот образом мы взвешиваем, в дальнейшем варим в наших чайничках. И потом разливаем в чашки Петри. Мы выращиваем бактерии с помощью питательных сред. Там вырастают различные колонии. В дальнейшем врачи это все идентифицируют. К слову, почти за 85 лет оснащение челябинских диагностов разительно изменилось. Теперь за 20 минут можно узнать результат анализа, который раньше приходилось ждать до 2 суток. Однако даже несмотря на автоматизм аппаратов, главным фактором точности исследований по-прежнему остаются высококвалифицированные специалисты.